О печальных новостях по линии 101 расскажет Александр Смирнов. Выясняется причина пожара в столичной мастерской художников. Сегодня около 6 утра по тревоге были подняты подразделения столичных спасателей. Поступило сообщение о возгорании чердака двухэтажного жилого дома по улице Куйбышева. Оперативно прибывшие на место вызова бойцы МЧС выяснили, что горит мастерская художника Владимира Новака. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Спустя 15 минут пожар удалось ликвидировать. Огонь повредил картины на стене, мебель и деревянный пол. Среди версий рассматривается неисправность электропроводки, однако точно говорить о причинах инцидента пока рано, заверяют в МЧС. Крещение огнем прошла пенсионерка из Витебска. Накануне вечером спасатели выехали на тревожное сообщение о пожаре в высотке на улице Правды. Горела квартира на 4-м этаже, а подъезд заполонили плотные клубы дыма. Спасатели рядом с источником возгорания нашли 75-летнюю хозяйку. Женщину с предварительным диагнозом отравления продуктами горения доставили в больницу. С верхних этажей пришлось эвакуировать 7 человек. Они не пострадали. Что стало причиной неприятностей, неизвестно. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем. Другая неосторожность могла тоже привести к трагедии. Как считается, в этом случае причиной возгорания послужила сигарета. Выяснилось, что к хозяину дома в деревне Уртишки зашла в гости его знакомая. Открыв дверь, женщина увидела клубы дыма, побежала к соседу и попросила вызвать спасателей. Вернувшись, помогла 45-летнему погорельцу залить ведром воды горевший матрас и выбраться на улицу. Бойцам МЧС оставалось только ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.